Всем доброго времени суток, всем привет. Сегодня мы приготовим завтрак за 10 минут на 10 человек. Очень вкусная паста с куриной грудкой в сливках. Итак, первым делом мы набираем водичку в кастрюлю. У меня тут 2 литра. Солим воду 2 чайными ложками соли. Закрываем и ждем, как закипит. Отправим сюда наши спагетти. Нарезаем лучок меленько. Куриную грудку я уже перекрутила, перемолола. У меня всего лишь одна грудка большая, 300 грамм веса. Лук по весу 150 грамм. Итак, весь лучок нарезаем. Нам понадобится спагетти. У меня одна пачка, упаковка, вернее, 450 грамм. Варить буду на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Фарш я взяла 300 грамм, лук я взяла 150 грамм, сыр я взяла буквально 50-60 грамм. Натерли на мелкой терочке. Я взяла упаковочку сливки 20% 500 грамм. Для жарки 20 грамм масла сливочного и 2 ложки столовых растительного масла. Соль, перчик. Остальные специи по вкусу, по желанию. Я возьму щепоточку черного молотого перчика и щепоточку мускатного ореха. И щепотку мускатного ореха. Есть, кладите, нет, не надо. Ну, конечно же, соль. Щепотку сушеного чесночка. Есть, кладите, нету, не надо. Сковородку разогрели, сильно не разогреваем сразу ее. Вливаю 2-3 ложки масла растительного. Я влила 2 ложки, этого достаточно. Добавляю 20 грамм сливочного масла. Готовить будем все на сильном огне, поэтому у нас все будет быстро и вкусно. Как только начинает разогреваться, не ждем, чтобы все горело у нас тут, дымело. Высыпаем лук. Лучок как утушится, только-только начнет жариться, добавим сюда наш фарш куриный. Можно взять любой фарш, только вам просто понадобится немножко дольше его готовить. Так как куриный готовится очень быстро, поэтому это блюдо у нас приготовится за 10 минут всего. Итак, лучок у нас начинает жариться. Вода в это время закипела. У нас все одновременно делается. Отправляем наши спагетти. Делаем вот так, чтобы они у нас не слепились. И опускаем потихонечку. Как закипят, на среднем огонечке варим минут 8. У меня указано 9-10. Я варить буду минут 7-8, чтобы не переварить. Убедились, что все нормально, ничего не слиплось, отлично. Все, прикрываем неплотно, чтобы у нас, когда кипит, не сбежало ничего. Прошло 2 минуты. Отлично, у нас лучок чуть-чуть поджарился. Все, само то, больше не надо. Отправляем фарш куриный. Можно грудку, можно бедра куриные, фарш я имею в виду. И теперь вот так вот разминаем. Жарим фаршик минуты 3-4 и будем добавлять уже сюда специи и наши сливки. Все, минуты через 2 перемешаем. Макароны засекаем время, чтобы не переварить. Прошло 2 минутки. Вот таким вот образом делаем надрезы, вот такие режем фарш лопатой либо ложечкой, перемешиваем. Перемешали хорошенько, убедились, что все хорошо. Дадим еще минуточку, и фарш будет готов. Готовим на сильном огне. Прошла еще минута, этого достаточно. И на этом этапе можно добавить столовую ложку муки. Я добавлять не буду, это для того, чтобы наш соус загустел. Он у нас и так загустеет от сливок. Все достаточно. У нас 4 минуты фарш жарится на сковородке, больше не надо. Выливаем сливки, заливаем. Сейчас оно закипит на медленном огонечке. Кипятим наш соус с фаршем 3-4 минуты. Я убавляю конфорочку на медленный огонечек. Накрываю крышкой. В конце мы посолим, поперчим, положим сыр и перемешаем все нашей пастой. Макароны наши готовы. Берем чайную ложечку соли. Это нормально. Немного. Щепотку черного молотого перчика. Пол чайной ложки сушеного чесночка, этого достаточно. Все это перемешиваем. Добавляем сыр. Ну и теперь можно спагетти отдельно выложить, а можно все их смешать. Отправляем спагетти аккуратненько. Вот так.
Выключаем конфорку, убираем. Аккуратно перемешиваем и подаем на стол. Рецепт найдете под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на Инстаграм, на Яндекс.Дзен. Заходите и подписывайтесь. Всем спасибо за комментарии, за лайки и за ваши добрые пожелания. Попробуйте приготовить, это очень вкусно. Понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!